уважаемые подписчики, зрители, всем большой привет на канале Алкофан. Часто меня спрашивают, можно ли приготовить из замороженных ягод какую-то интересную настойку. Давайте попробуем, давайте сделаем. Я приобрел вот 250 грамм черной смородины замороженной. Я уже ее разморозил, начинаем готовить. Ингредиенты. Черная смородина, как я говорил, 250 грамм. И также немного молодых побегов той же черной смородины. 8 грамм свежей цедры лимона. Так обрезал, чтобы минимум зацепить именно белую часть кожуры. 10 грамм щепы дубовой. Можно заменить на перепонки грецкого ореха. И также 0,7 литра спирта 70%. Засыпаем все ингредиенты в баночку и заливаем спиртом. Почему именно спирт 70-градусный? Потому что это оптимальный градус для настоек, чтобы вытянуть все самое вкусное и хорошее из наших ингредиентов. Отправляем на 2 недели при комнатной условии. Каждый день, конечно, лучше ее помешивать. Далее продолжим. Смородиновая настойка уже готова. Настало время ее отфильтровать и добавить 500 мл сиропа, в котором 450 мл воды и 5 столовых ложек фруктозы. Уважаемые подписчики, всем привет из города Кировграда. Начинаем дегустацию настойки из замороженной черной смородины вместе с цедрой и дубовой щепой. Простояла она у меня на настаивании 3 недели. Размешал, немножко отдохнула в стекле и пора ее уже опробовать. Ну, цвет этой настойки, как видно, темно-вишневый, с таким вот рубиновым явным переливом. Красивый, впечатляет аромат. Аромат смородины и цедры очень хорошо выражен. Цедра дополняет аромат смородины. Спиртовой составляющей нет вообще. Чистая смородина цедры, как будто бы пьете чай с лимоном. Ну, еще раз смородиной. Вкус. Пять столовых ложек фруктозы. Именно в точку, ни больше, ни меньше. И если будет больше, то это уже будет похоже на какую-то наливку. Меньше будет такая суховатая и резковатая. А вот 5 столовых ложек нормально. Вкус также. Явная черная смородина. По поводу щипы не скажу точно, но есть легкая такая терпкость. Возможно, это дала щипа. Она уместна. Пьется хорошо. Ну, во-первых, потому что сделано на основе зернового спирта. Но очень насыщенный вкус черной смородины. По поводу крепости. Крепость здесь около 35, но она чувствуется. Есть такое легкое жжение алкогольное. Я думаю, если все-таки постоять еще в отдыхе на стекле, то оно уйдет. Но тем не менее, настойка из тех, которая может вставить. Сделаем выводы. Как видно, из замороженных ягод получаются очень вкусные и ароматные настойки, которых приятно пить. Имеют, ну, красивый, завораживающий цвет. Друзья, от души рекомендую данную рецептуру. Получилось очень хорошо, очень вкусно, очень, скажем так, насыщенно смородиново. Я даже немножко бы ее разбавил. Думаю, если ее разбавить 50 на 50 с водкой, то будет интересная такая водка с ароматной смородины. Вам спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, посещайте блог alkofan.org. Всем пока!